заступница усердная, Мария милосердная, о Мати Бога Вышнего, Христа Царя Всевышнего. Владыку Спаса нашего, у всех к Тебе взывающих, под кров Твой прибегающих. О Госпоже, благая мать, подай Твою нам благодать. Святаго заступления и в скорби утешения, Владычица небесная, невеста неневестная, подай в бедах терпение, болезнях исцеление, подай в бедах терпение, в болезнях исцеление, заступница усердная, Мария милосердная. Здравствуйте, мои дорогие. С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас снова в гостях Андрей Курасин и Ирина Извекова. Город Рига. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно опять встретиться с вами в студии. Спасибо, Господи. Мы продолжаем вот нашу тему. Тема... Вообще, это всегда очень даже хорошо. Говорить о том, что вот сейчас... Ничего не надо выдумывать. О чем сердце болит, о чем думаешь, какие-то внутренние движения, стремления, о том и надо говорить. Да. Вот у меня обычно спрашивают, батюшка, как научиться молиться? Я говорю, у тебя бывают какие-то, тоска нападает, или лень, или болезнь бывает. Я говорю, вот тогда и надо молиться. А когда человек такое, ему приходится заставлять себя. А вот люди забывают молиться в тяжелые моменты, в трудные моменты жизни. Они прибегают лучше к скорой помощи. Нет, чтобы встал на молитву, и ушло это давление, да, через 5 минут. Вот они все перенервничают и надеются на таблетку, на какую-то. Да, вот, а надо надеяться на Божью помощь. И вы сейчас вот приехали в этот раз как раз в надежде на Божью помощь в Петербург. Я у вас вижу, смотрю на вас, мне и радостно, и грустно на вас смотреть. Радостно то, что я соскучился по вам, а грустно от того, что вы все время какие-то стены упираетесь, препоны. Но с другой стороны, а какое же дело, да, без трудностей? Да. Потом можно будет об этом книгу написать, о том, как владыка Феофан Быстров вернулся на родину. Вот, возвращение на родину, как бы, да? Да. Знаете, у нас уже был такой момент, что мы думаем, все. Ничего не получается. Угу. Да, и вот старец, который нас благословил, это схиархимандрит Никон Псково-Печерский, он сказал, молитесь Матери Божией, она все устроит. На самом деле, конечно, заступница усердная. Почему и начали мы вот с этой песни, и так начинается кандак Матери Божией, иконе Матери Божией Казанская. Вот. Поэтому вот она очень нам близка тоже. И Казанская икона, да. Вы взяли из сборника... Да, да, «Слово жизни», да, отца Николая Гурьянова. Да. Видите, сколько много всего. Когда мы приезжаем в Санкт-Петербург, мы стараемся, конечно, и посетить Казанский собор, и приложиться к иконе. И самое интересное, что клирик Казанского собора
протоиерей Николай Преображенский является внучатым племянником архиепископа Феофана Быстрова, духовника царской семьи. И он же профессор Санкт-Петербургской духовной академии. Понимаете, и он, конечно, нас поддержал. Угу. Вот, дай Бог ему здоровья и всем близким его. Вот, поэтому мы с ним и связь держим, да. Вот, но... Мы будем говорить о трудностях, мы не будем, да, наверное? Не будем. А мы будем говорить о достижениях. Да, зачем нам говорить о трудностях? Да, трудностей так хватает. У всех. У всех, да, загружать. Ну, есть продвижение, да, в этом деле? Да, продвижение есть. И мы все-таки не теряем надежды, как вот мне тоже отец Георгий Митцев сказал, Царство ему небесное, сказал, лишь бы желание не пропало. Так вот, помня все время об этом, мы стараемся не утратить желание и все время в себе вдохновлять. Подогреваетесь. В него, да, да. И поэтому... Для нас было очень радостно, что вот вышла эта новая книга, да, из серии «Подвижники благочестия», о духовнике царской семьи, архиепископе Феофане Быстрове, новом затворнике. Про затворничество мы еще скажем, да, но есть очень интересные факты его жизни. Например, что владыка был очень дружен с митрополитом Вениамином Фетченковым, которого очень многие тоже почитают, да? Мы, да, да. Все-таки... Читают и почитают. Да. Читают и почитают. Да. И когда было пострижение владыки Вениамина, он за духовными советами приходил тогда к епископу Ямбургскому, владыке Феофану Быстрову. Понимаете? Да, и владык Феофан даже хотел, чтобы он женился на дочери, на, вернее, на его сестре, но он решил принять монашеский постриг. Да, и с владыкой Вениамином Фетченковым мы познакомились через книгу о русских людях святых, простых. «Божьи люди». Помните, такая книга есть? Да. Удивительная. О том, что простые люди, русские, которые работают на земле, которые работают ради других, понимаете, они на самом деле, соблюдая заповеди Божьи, они на самом деле становятся святыми. Вот. И среди нас есть такие люди, да, и это так радостно, вот, что мы с Богом, что мы богатые. Да? Вот. И помню один случай, читала статью о том, что митрополит Вениамин, когда после пострига его угощали за столом, был Великий пост, и пряники были мед, да, а угощал владыка Алексей, тогда будучи наместником лавры. И он ничего не ел, он не мог есть. Как же так, монах и такое, значит, удовольствие, не может быть такого. Я не могу позволить себе удовольствие, Великий пост. И владыка ему сунул яблочко в карман. Да. И он все равно пошел за советом к архиепископу Феофану Быстрову, вот, и спросить о том, в конце концов, можно ли ему есть это яблоко. Видите, какой на самом деле очень сосредоточенной молитвенной жизнью жили наши вот эти подвижники. Ограничивали себя, да. Да, ограничивали. Но владыка был преисполнен любви, и поэтому он сказал, что выше любви-то нет ничего, да, и тебе с любовью это яблоко дали. Зачем же ты думаешь о том, есть его или не есть? Вот такие вот интересные моменты из его жизни мы знаем. Ну и, конечно, вся подвижническая жизнь владыки, она была наполнена скорбями, и его и арестовали в Полтаве бандеровцы. Не-не, петлюровцы. Петлюровцы. Да, там они хотели, чтобы он снял анафему с Мазепы. Ну, если не снимешь, мы тебя расстреляем. Так поставили условия. Посадили его даже в тюрьму. Но в итоге он ответил очень хорошо, как настоящий архипастырь. Говорит, церковь его предала анафеме, а я не церковь, я просто архиерей. Я не являюсь полнотой. Он сказал, что я, вот пусть, говорит, обращайтесь к ней. Я, говорит, не имею права. В итоге Господь его хранил. Чудом он спасся, потому что в то время революционное, конечно, много скорбей. Да и не только он, конечно. Миллионы русских людей закинуты на чужбину. Работали неизвестно кем, и дворяне, и все аристократы, и богатейшие люди. Просто превращались в нищих, так называемых бомжей сегодняшних. И в итоге вот вели такую жалкую жизнь. Да, конечно, что не имеем, не храним, потерявши плачем.
Вот мне у владыки Феофана очень понравился, когда вот один из таких, ну, столпов все-таки веры православной, он тогда очень в двух словах кратко очень охарактеризовал отречение вот Николая II. «Свершилась воля Божия», он сказал, и все. Ничего, никаких комментариев. Вот «свершилась воля Божия». И надо эту волю Божию, ну, как сказать, принять. И вот эта книга, я советую действительно почитать о том, как именно в таких тяжелейших условиях он, мало того, что он остался пастырем, он еще и Болгарской православной церкви стал, вошел в члены синода, даже возглавлял синод Сербской церкви. Он помогал и советам, и своими работами, и организационными. Конечно, это был очень талантливый человек. Но последние годы его жизни, действительно, он уже потом перебрался в Париж, и он действительно чувствовал за собой слежку, потому что уже были случаи, а то как НКВДшники крали людей и, ну, отвозили их в ГПУ тогда в России. И он тогда действительно переселился все-таки вот в местечко Лимере, и там было его духовная дочь, да, Феченко, да, она, Мария Феченко. Да, она купила. Вот ее была земля. И там три пещерки было. В одной пещерке храм был, а во второй вот его келья, где он молился. И в итоге на 2 года он уходит вообще в полный затвор. Практически ни с кем не общается, молится. Представляете, вот такой подвиг. И в 40-м году он умирает. Вот буквально до начала. Война уже началась, первая, то есть Вторая мировая. Но вот до Великой Отечественной оставалось совсем немножко. И как Господь его не попустил вот испытать вот это еще одно потрясение. И он вот тихо умирает, вот именно будучи вот в таком затворе. Поэтому вот да, его называют... его келейницы, вот келейники, они вспоминали, что владыка пел, ночью пел литургию во сне. Да, во сне молился, да. Да. Вот. И мы знаем, что владыка Канадский был его келейник, бывший его владыка Канадский. И, будущий, да, владыка. Да, архиепископ Аверки Таушев. Таушев, да, тоже духовное чадо. Духовное чадо. Ну, это все известные фамилии, известные имена. Книги читали, мы очень много издавали. Пришла пора песни. Что вы нам споете сейчас? За рубежом также жил Федор Иванович Тютчев. Ну, он не был в эмиграции, он по работе, все-таки дипломат у нас был. Наверное, так же, как мы, он очень остро ощущал вот, нехватку Родины, да, и был верующим человеком. Замечательная песня есть на его стихи «Ангел мой». Вот иду я вдоль большой дороги, на исходе гаснущего дня. Тяжело мне, замирают ноги, друг мой милый, видишь ли меня? Все темнее, темнее над землею, отлетел последний отблеск дня. Вот та жизнь, что жили мы с тобою, ангел мой. Ты видишь ли меня? Завтра день молитвы и печали, завтра память рокового дня. Ангел мой, где бы души не витали? Ангел мой, ты видишь ли меня? Ангел мой, ты видишь ли меня? Спаси, Господи. Ну, у нас в нашей передаче, как по традиции, диалог. Я спою песню. Вы знаете, может, песен у меня немного. Ну, так... Вот, ну, сейчас они рождаются, все одна за другой. Я вообще стремлюсь к простоте какой-то. Простые слова. У меня же кончилось время заумных, ну, таких всяких выражений, где можно было бы умом блеснуть. Или каким-то сложным выражением, каким-то или рифмой. И вот я подумал, что вот эта песня, она как раз, ну, которую я тоже недавно написал.
Вот, ну, у меня получается, что песня как подарок, ну, как ради диалога. Не потому что, чтобы новую песню записать там, потому что мне не хватило бы на всех, на все передачи песен. Вот. Его недавно написал. Давным-давно мне ветер напевал мелодии веселые, простые, а я друзьям мелодии играл и думал, что друзья мои святые. Одна из них мелодия была прекраснее цветов земного сада. Она во мне дышала и цвела, души моей награда и отрада. Но шли года, осенняя листва навеяла мне новые напевы, а в них звучат печальные слова. Друзья мои единственные, где вы? Страстей моих холодная зола и белым снегом сад мой запорошен. Давным-давно мелодия была о чем-то добром, светлом и хорошем. Давным-давно мне ветер напевал мелодии веселые, простые. Давным-давно, давным-давно. Спасибо. Такая песня. Да. Спасибо, очень хорошая песня. А мы всегда рады вас послушать, батюшка. Спасибо. Правда, для нас это праздник. Да, и ваши диски, да, пользуются большой популярностью у нас. Для многих, конечно, вот рижан было необычно. Вот видеть у нас в Риге вот так, священника с гитарой именно, и именно со сцены. Даже сцены не было, дом архитектора был прекрасный, зал уютный, очень бывший, кстати. Башня крепостная, в ней вот сделан такой концертный зал, вот отцу Анатолию очень понравился. И потом да. Спрашивали, когда еще будет. И вот действительно для них вот очень важно, для людей, важно, что в принципе ничто человеческое, что язык искусства, язык музыки, он может быть и вот в такой атмосфере, обстановке. Главное, что ты поешь и что ты несешь. И что ты чувствуешь. Да, и, что, и люди, естественно... Это, да, это созвучно. Диалог появляется, да. Диалог сердец. Это очень важно. После концерта никак не отпускали все. Люди просто открываются, потому что, конечно, все в жизни сейчас тяжело. Все способствует закрытию. Вот как вот Феофан вот, Полтавский закрылся у себя в келье, потому что тогда время предгрозовое, военное, все буквально действительно... надеялись на какое-то чудо, что не произойдет. Все надеялись. И сейчас вот время тоже такое предгрозовое, и поэтому, может быть, вот наше вот дело, которое вот мы делаем с упорством, с трудом, и чем больше вот этих вот препонов, тем вот больше загорающие. Спортивные. Да, даже проявляется вот такая вот... Я лично хочу, я вижу очень много интересных людей, которых вообще не слышат и не видят. Вот я с ними встречаюсь, мне Господь их посылает. И мне просто хочется всех их показать, чтобы все услышали, увидели, чтобы все это почувствовали. Очень много у нас под спудом лежит в России. У нас вот мы с Фроловой, Елена Фролова. Да, рижанка наша. Да, мы с ней говорили. Она говорит, у нас на каждой кухне поэт. Да. Вот в России. Да, да. Я говорю, надо фонды создавать, чтобы, значит, я ей говорю, чтобы поддерживать таких. Она говорит, да какие фонды? Все фонды в наших сердцах. Мне пишут письма. Вот недавно женщина написала, да, мы читали письмо. Это удивительно. Вообще поэт. Потрясающая женщина из какой-то глубинки, из Самарской области, какая-то деревня, усть какая-то. И она такое прислала сборник. Читаешь гениально просто. Каждая строчка... в десятку. Выверено настолько. Вот как будто вот она вот все, она
Она, у нее, она держит руку на пульсе времени. Все верно. Это вот в какой-то деревне. Да, все человек. Переживания ее наши переживания. Наши переживания. Я смотрю, она моими словами пишет стихи. Ну, я бы точно так же написал, если бы писал по этому теме. Но я не пишу. Потому что тогда бы уже это... Ну как не пишете? Вы сразу в песню пишете. Вот, я написал стихотворение. Да. Вот. Оно, значит, вы его не знаете. Я сегодня утром написал. Почему-то в глубину не хотят. Почему-то и лететь не летят. Вроде смотришь, и живут, не живут. Все какие-то газеты жуют. Все какие-то экраны глядят. На собраниях, как галки, галдят. Будто вовсе им и кладбища нет. А Господь возьмет и выключит свет. Потрясающе, батюшка, спасибо вам. Замечательные стихи. Да, ну вот надо стараться жить вот сейчас. Господь близ, при дверях стоит у каждого человека. Вот, и надо задуматься. Вот. Конечно, в этом стихотворении есть немножко осуждение, вот, но я в числе тех, о ком это говорится на самом деле. Вот я но так... в экран-то мы все равно вот, стихи прочитали, глядя в экран. Но что делать? Есть возможность. Надо использовать на хорошее. Все технические новшества, они действительно обоюдоостры, как мы знаем. А да, вот ну... ваша передача, вот, это безложная, конечно, и вот патетики действительно пользуются вот и в Латвии, и вот православного люда, и не только и латыши, кстати, смотрят с удовольствием лаврские встречи. Всем интересно познакомиться с людьми. И вообще, действительно, это клад, это правильно, Россия. Вот мы вот на фестивале сколько ездим, сколько людей встречаешь. Боже мой. И все, никакой человек, он начинает со своей личной проблемы, а кончает и общероссийской. Но это всегда. Всегда кончается. Точно. Это удивительный момент, что вот люди, если так копнешь дальше, они неравнодушны. Это с виду просто вот такая жизнь сейчас, что надо сделать себя таким. Вот правильно. Колокола звенят. Лаврские колокола. Да. Ну и вот мы, вот читая вот его жизнь о Владыке, возвращаясь к нему, да. Действительно понимаешь, что этот человек очень неравнодушным был. Он действительно да. болел. Да. Он болел за веру, болел за русских людей. Да. Он практически, вот эта боль его сердца, он рано ушел из жизни, потому что он действительно искренне переживал все. Да, вот он же это отличие, вот, откликался на все эти новшества, которые... были в церковной среде, да когда на софианство, вот... на евлогианство, на все. У него есть свой взгляд, и причем верный взгляд, понимаете? Он был камертоном таким, вот камертоном чистоты веры. Вот можно так его назвать. Вот в те совершенно жутчайшие годы, когда все рушилось, все развалилось, и все надо было собирать по новой. Строить. Он устоял. Да, он устоял. Верен. Сейчас сюда бы владыку... Да. Очень хочется. Который действительно закон Божий соблюдал, да? Очень хочется, да, конечно. И хочется действительно. Жил по закону Божьему. А пришло время песни. Вот вы как раз сказали о том, что простыми словами русский язык настолько богат, да, и слова могут быть простые, и можно даже не говорить о Боге, но все будет о нем. Вот замечательная песня у нас есть на стихи Николая Клюева «Невечерний свет». Ты взойди, взойди, невечерний свет, всем народными положи завет, чтоб отныне до скончания позабыли все скорби давние, чтоб в ночи душа не кручинилась, в утро белое зла не виделась. Не желтели бы травы тучные, ветры веяли сладкозвучные, от земных сторон смерть бежала бы, твари дышащей смолкли б жалобы.
взойди, взойди, не вечерний свет, не оборный меч и стена отнец. Без тебя, отец, вождь, невеста, друг, не найти тропы на животный луг, сорняк одинских не сыскать цветов, победительных не сплетать венков, не взыграть в кругу в гусли горние, не завихрить крыл ярче молнии. Ты взойди, взойди, не вечерний свет, земнородными положи завет. Вообще, Господи, жалко с вами прощаться. Ну, я думаю, мы еще встретимся неоднократно. Боже, вам помощи в вашем деле, вот, благородном. И вам помощи, да, Божьей. Благословение. В вашем тоже благородном, спасибо, и нелегком, спасибо, труде. Спасибо. Да, спасибо, Господи. Дорогие мои, на этом наша передача «Лаврские встречи» подошла к концу. С нами были наши гости из Риги, Андрей Курасин, Ирина Извекова. Семейный дуэт. Вот там детишки их ждут в автобусе. Наверное, уже устали их ждать. Так что отпускаем вас. Божьей вам помощи. И надеемся на новые встречи. До свидания. Ангел-хранителя всем на ваших жизненных путях.